И иногда мои картины могут быть как подарок, и это исключительные случаи. И тут как раз такой случай, мчим в Москву. Туда едет огромный рисунок Кижей. Это памятник архитектуры федерального значения, утвержден им в 1920 году. Объект культурного наследия народов РФ федерального значения. Из охранного свидетельства 2020 года, как выдающиеся архитектурные памятники, находятся под охраной правительства, и никаким видоизменениям и реквизиции икон и церковного убранства не подлежат. Вилка-белка упаковывает, я помогаю. Лайк, подписка, меня зовут Эдуард Кичигин.